Так, здравствуйте, драгоценные мои друзья. Ну что же, тут дядюшке Мистику прибыл таинственный пакет, таинственная коробочка, посылка от одной доброй женщины. Ну и вот попробуем с вами ее вскрыть. Видите, что скрывается в этом мешочке здесь со свинцовой пломбой? Что за пакет? Что за этот, как это называется, дипломатическая почта. Или есть даже такая фельдъегерская служба. Что же прибыло к дядюшке Мистику вот в этом таинственном, странном пакете? Для меня, друзья мои, это сюрприз, как и для вас. Но из уважения к этой доброй женщине мы с вами вскроем и полюбопытствуем. Что же? Что же здесь, в этом мешочке? Да? Мешок всегда вызывает это и любопытство, и некий страх. Да? Дед этот мороз с мешком подарков. Ну а здесь мешок, а в нем коробочка. А в нем коробочка. Вылезает плохо. Видите, все здесь коробочка от чего-то. Открываем ее. Итак, здесь письмо для меня, но это я прочитаю, так сказать, не публично. И, друзья мои, конечно же, сладости. Сладости, конфеты, орехи. Эти орехи такие, орехи сякие, великолепные конфеты. И камни. Да, тут еще какие-то рахат лукум, восточные сладости. Свечи для отливания. А, свинец для отливания. Во как. Ну, да. Видите, как заботиться о том, чтобы у меня был свинец. Да, свечи такого бордового цвета, который тоже можно применять в магических ритуалах. Да, все, вот видите, даже инструментарий дядюшки Мистику при сибирская рапная соль. Да, тоже, видите, все магические инструменты. Соль. А здесь вы думаете чай? Нет. Это тоже, это камни. Смотрите, аметист. Горный хрусталь. Дальше. Не помню, как называется. Ага, понятно. Ну, тоже какой-то камень. Дальше. Коралл. О как. Еще тигровый глаз. Так, еще какие-то. И вот тоже, видите, камни. Возможно, понадобятся для работы. Видите, как драгоценная моя женщина, подружка, так сказать, почитательница, заботится, видите, камни издалека. И здесь вот тоже. Камешки. Видите, камни, которые, горные камни, познавшие, видите, и воду, и красота, красота. Ну что ж, драгоценные мои друзья, вот такая достаточно ценная магическая посылка. И сладости, и орехи, и магические инструменты. Ну что же, огромная благодарность этой замечательной женщине за ее внимание, за ее заботу, за столь такие вот необходимые в магическом ремесле вещи. Давайте завершаем наш такой маленькое видео, а я пока разберу эти чудесные волшебные предметы. Все, драгоценные мои друзья, пока.